Куски от двигателей, колеса от грузовиков, оконные решетки, чего только не находят сотрудники горводоканала в ливневках. Работа грязная, но крайне необходимая. Если ливневка забьется, поток на улице обеспечен. Чаще всего чистить коммунальщикам приходится ливневки во дворах. В люки попадают и бытовые отходы, и окурки, и камни. Но в основном доставать приходится из канализации листья и ветки. Жители Северной последнее время часто наблюдали океан у своих домов. Причина банальна. Ливневка засорилась и уже не могла справиться с большим потоком воды. Вы знаете, когда большие ливни, тут вообще, тут прям аж асфальт смывает. Там потоки такие по колено. Ну почему? Когда забьется, мы чистим. Сами жить не хочется. Ну, кому надо, тот чистит, да. Каким образом чистить? Берете лом и ковыряете. К очистке многострадальной ливневки на Северной сегодня приступили сотрудники горводоканала. Запланированы здесь были работы на конец сентября. Но по просьбам жителей выехали сюда в срочном порядке, без лома, зато со специальной техникой. В данный момент мы промываем механизированную ливневую решетку. Работают автомобили системы «Крот» и «Лосос». Работа происходит механически. Этот колодец выстроен из кирпичей. Из-за старости булыжники начали сыпаться и забивать слив. Поэтому ливневка и не справлялась с потоками воды. Крупными кусками кирпичей можно было сломать очистную технику. Поэтому сотрудники водоканала здесь вынуждены вручную чистить колодец. К слову, специалисты констатируют, таким разовыми уборками проблему не решить. Ливневку эту нужно ремонтировать. Аналогичная проблема несколько лет назад была с ливневой канализацией у педагогического института. При сильных ливнях район буквально уходил под воду. Мы провели большую работу по ремонту коллектора диаметром 600, железобетон, в районе дома номер 11 по улице Университетской. Потому что та ливневая канализация приходит туда. А именно, проложили около 50 метров трубопровода, вымыли, промыли всю систему до пединститута. Поэтому в этом году подтопление проезжей части в районе остановки пединститут не наблюдалось. Ливневку на Северной капитально отремонтируют в следующем году. Как говорят специалисты горводоканала, в целом сегодня с городскими ливневками у нас проблем нет. Чтобы колодцы нормально функционировали, подобную генеральную уборку достаточно устраивать один раз в год.